Добрый вечер, друзья. Мы снова на закате. Кто это? Кто это? Луна. Луна, да. Луна такая. Красивая, да? Мы с Ангелиной, с Бубликом, с Люсей, да? Снова на красивом закате. Луна? Да. Луна? Луна. Едем, скажи, кормить рыбу, да. Там луна? Вот там. Вот там луна, да. Пока луна. Пока луна. Луна. Красивая, да? Едем вечером. Вон луна. Вон. Вон, да, да. Вон летит, вон. Вон. Вон воин сидит на скале, да? Вот Ангелина глазастая. Вон там. Вон, да, вижу. Вон на скале сидит воин. Сидит, да, едем дальше. Мы, как всегда, да, кормим рыбу. Да. А Люся сидит. И забрала кусок пряника. Аккуратненько. Где там наша рыба? Кусила. Рыба там укусила. Ой, ну что ты такой маленький кидаешь, что там ничего не вообще. Вон какая большая рыба плавает. Ей нужен большой кусок. Давай ей туда большой кинем. Оу! Вон. Большому куску и рот радуется. Вон, смотри, какая. Хоп-хоп-хоп. Смотри, какая. А вон черепаха плывет. Да. Опа. Ой, черепаха плывет, рыба плывет. Люська пряник потеряла. Потеряла, помоги, да. Скажи, на, Люська. Ой, 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 какая жадная. Люська сейчас упадет опять. Помоги ей, дай этой жадине Люське. Ты положи, положи ей туда. Вот, скажи, кушай, Люся, и не жадничай. Маленький. Оба. Маленький. Маленький не видно. Надо большой. Ой, лев пришел. Слушай, ну ты посмотри, какая ты глазастая опять, а? Ты глазастая такая, да? Я не вижу. Вон лев пришел, точно. Туда я не кидаю. Кидай, да, тоже бублик туда. Вон лев пить пришел. А, Сем, а ты пьет? Пьет, да. Ой. Бум, бублик рыбы полетел. Это да. И все предели. Люська пряник жует, да? Люся. Ангелина рыбам. Вон. Бублики как рыбы тоже. Лев пьет. И сама Ангелина бублик пойдет. Лев пьет. Дядя упала. Да. Ой. И закат и красивый. Тоже. Да, и это кидай тоже. Бум. И, тоже. И это тоже кидай. Бум. И тоже нам. Хорошо, это тебе оставить, да? Ой, не попал. Не попало? И тоже нам. Хорошо. Все? Все? Поехали, только давай подождем, пока лев попьет. Давай покажем нашим зрителям, как пьет лев. Да? Да. А ты садись вон с Люсей наверх, залазь. И сидите, кушайте. Вот. Ой, ой, какая Люська жадина. Люся.
Нельзя быть такой жадиной говядиной, да, Ангелина? Не туда. Хорошо, садись туда. Раз она такая жадина. Я думаю, что бублик ей не нужен этот, да? Давай мы ее бублик кинем рыбам. Вот такой у нас. Он черепахи кинули. Бум. Такой у нас, скажи, перекус вечером на природе. Красота. Сзади крымская скумпия. Каши. Что, напоросятила? Ну ничего. Мы все вытрем. Зато как вкусно на природе, да? Кушайте, сидите. А я отсюда льва поснимаю. Дики-дики-дики-дики-дики. Ты Илюшку тоже не бросай. Она, конечно, товарищ такой, который никуда не побежит. Даже если ее будешь очень долго уговаривать. Люська знает мотоцикл. И если нас нет рядом, да, Ангелюша, то она никуда не пойдет. Будет сидеть и кричать возле мотоцикла. Спасайте, кто может. Меня родственники бросили. Все, ты больше львов нигде не видишь? Мы сегодня мясо возили. Ага. Смотри, у Люськи упал опять кусок. Люся, а нельзя быть жадной такой. На. Жадина. Жадина. Нет, не жадина. Люся, жадина? Ангелина. Люся, жадина? Он лев пошел. Ой, пошли посмотрим. Пошли посмотрим, куда лев пойдет. Ой, вон стоит, да? Вон стоит. Лев Марсель, да? Давай еще. Вон, только лапы торчат. Ну, и куда ты пойдешь? Вот тут должен выйти. Вон, пошел, пошел. Да. Вон какой большой стоит, красивый, да? На лапе. Угу. Все, поехали. Ну, подожди, вон, видишь, началась перекличка львов. Ой, перекличка львов. И он пошел туда, да? На закате. Нет, решил один туда не идти. Ну, Люся, ты как, перекусила немножко? Или больше насвинячила? Я смотрю, пряник тебе зашел, да? Вкусно? А кусок не большеват кусок? Давай, дай мне кусок. Ну, дай мне чуть-чуть кусочка. Ну, дай чуть-чуть. Дай чуть-чуть. Ты что такая жадина? Жадина, да? Вот мы ей дали. Не дает. Не дает. Что такое? Мы хотели с рыбами поделиться. Да? Ну, пошли попробуем лебедю дать кусочек. Не знаю прямо, как тебя и на руку теперь брать. Кричать будешь, наверное. Даня. Не дает? Даня не хочет. Объясни, скажи ей, что нельзя быть да. жадиной. Жадиной быть нельзя. Жадина. 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 Жадин зовут говядина, да? Все, поругала. Ой, а что это у тебя такое прямо? Хорошо это, что краска это на прянике пищевая. А то у тебя прямо губы сразу стали синие от краски. Поехали. Лев рычит? Угу. Люська, лев рычит? Да. Люся, что? Тебе все равно, что рычит лев?
Ну, тебе немного сладенького будет, а? Смотрю вас обоих, обеих мыть придется. Поехали. Люся, смотри, какой лев лежит, да, красивый еще. Ой. Мы ждем переклички, скажи, да? Нету переклички? Не кричат ли вы? Хорошо. Папа? Папа огорчатик? Да. Не могу. Не могу. Сверху посмотри, пойди. Нет, сверху. А я как вас вместе с обезьянкой? Никак. Маленький. Сюда игачил. Их гладить не надо, у них иголочки. Зато как интересно вот так вот, да? Маленькие, да, прямо под тобой. Маленькие дикобразики.